Блять, до сих пор не осознаю, как я так умею управлять. Ой-ой-ой-ой-ой. А. Нет, скам. Не в этот раз. Хорош. Не так плохо, как я думал. Но не очень хорош. В общем, я сижу на вершине верхушки церкви. Стреляю. Туда. Хорош, хорош. I'll be dumpling in front of me. Yeah, that was dumpling. Got him, Dumpling. Well done. I presume that's Jeff with somebody else. Not much to see out here. Oh, hello. Well done, Dumpling, pointing out. Also point out, I have more or less a whole new computer ready to be put together. It just needs the graphics card, but the rest of the machine is just sitting to my right now. Being prepared, being ready to be installed. Maybe we could all focus on right first and push through. I destroyed autism. Very rare that autism is completely destroyed. There we go. See if I can sneak up on this dude. Sneaky, sneaky, sneaky. Got you, Sky. And we're watching approach from left. Ah! Sorry, Sav. Didn't work. No, didn't work. Fuck it, don't want to say anything. Almost empty. You can take it. Yep, yep, we're getting it, mate, we're getting it. Go, go, go! Bow! Only 1 minute remaining. Got yourself! We almost got it, get inside. I'm inside, I am inside!
Yay! It's very rare we win that. Oh, they're gonna win. They've got the Russian guys on their team. They're gonna win. Which would be nice, because normally this is just such a horrible stalemate map. Actually, there's probably the right numbers. Yeah, this isn't too bad a turnout for this map. Anything more is just painful. Еще один. Мои ноги. Блять, сначала пятку устрелили, потом чуть выше, потом еще чуть выше. Нахуй, вся нога красная. Барри! Джоэл, I'm sorry. I shouldn't have reloaded! Got dumped on by a dumpling. Jeff, you cheeky bastard! You're watching this stream, aren't you? You cheeky, cheeky sod. Well done. А чувакам походу вообще похуй, я сижу просто закидываю гранаты, они выходят постоянно на этот. Нормальные утвуки, гада. Немцы! Все, окно вроде почистил. Никого нет. Ну да, и скам сразу вылез. Плацдарм этот. Закидываю нахуй по КД гранатами. Самая тема это вон мост брать с квартирами, потому что если они квартиры берут, все у нас спаун килл. Свои и не стрелять. Хорошо сказал, но меня сразу стреляют с той стороны. Снизу. Я же сказал, я сижу наверху и закидываю гранаты постоянно. Наверху, на втором этаже. Второй этаж. Осторожней. Два вторых этажа. Только один стрелял. Осторожно, сейчас заходит.
Заходит. Ай-я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 й. Ебать, я в нее попал как-то? Как, блядь, я в нее попал? Надо дверь закрыть. Иначе они так и будут, сука, забегать. Это сейчас бы сейчас еще с одной гранатой не убить себя, пока дверь закрывает. Было бы вообще смешно. Свои. И хорошо не... сказал, но меня сразу стреляют с той стороны. Снизу только. Я же сказал, я сижу наверху и закидываю гранату. Постоянно. Наверху, на втором этаже. Второй этаж. Два вторых этажа. Но только один с гранатами. Посторонний сейчас заходит. Заходит. Ай-я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 й. Ебать, я в него попал как-то. Бля, это да пиздец я делал. А может и не пиздец. Я сейчас выжил знаешь за счет чего? Что я случайно кинул гранату не так, и это меня спасло. Там зачислил магазин. Гай, я тут один. Дягивайся. А, нет, скам пошел. Подвалит. Осторожней. Я. Чувак, не стреляй. Хорошо. Выбил оружие. Ага. Куда все щитло? Все, будем бежать. Ну хорошо, был бы. Сразу. Да я. Бля, это извиняюсь, не увидел. С той стороны. Блять, извиняюсь. Магазин взялся. Блять, я не понимаю, иногда гранаты их просто не берут, блядь. Чё за пиздец? Дженки! Хорошо, мне пришел чувак очень вовремя. Ну-ка. Олимпийский бросок. Удачно. Сзади. Вижу. Олимпийский бросок. Удачно. Ваня, сзади. Морду там не удобно сервис. Да. Кого выиграть? За союз. Ой, союз. За Томми. Thankfully, only 15 seconds left for this map. And the one.
I agree. That is a really good wall. Well pointed out, mate. And that's probably going to be the map. Yep, that was the map. The end! Okay. Надо потом на крышу туда. Что я делаю? Почему у меня патрон нету, сука? Ого, я просто через эту кинул. Руками хочу забить. Нормально. Совсем взорвал. Блин. Забил руками. Что я делаю? Почему у меня патрон нету, сука? Ого, я просто через эту кинул. Нормально. Совсем взорвал. Блять. Забил руками. Так, мы тут управимся. Мне так сделать, слева не туда сижу. Я периодически лево буду посмотреть. Так, вы что с Олегом делаете? Жень. Мы держим дом на подступах. Площадь. А, к площади, да, я тогда пошел на церковь. Давай. Коля, а ты? Давай. Я с ними, а окей, да, на церковь тогда. У меня тут есть движение. Граната, прилетел прямо сюда. Ихуя себе, блять. Понятно. Короче, здание, вот вы где находитесь. Помнишь, там между зданиями можно пройти. Такой отрез, там два человека. Я просто... Вылетают гранаты через окно, нахуй, поворачиваюсь, и два тела такие сидят, лежат уже на меня, нахуй, смотрят, блядь. Ух ты, откуда меня убили-то, я даже не понимаю. Переулка всякие. Забежал и умер просто. Как будто бы в святую это зашел, и меня казнили сразу. Holy damage, знаешь что? Поэтому у вас резня. Это было красиво. Спасибо! Спасибо, еблан, ты чертов! Я пойду площадь по контейшу. Просто охуенно, идиота, кусок. Ну ебаный рот. А вот ты где, я понял. Зуб дофига. Хуй с тобой. А тут один он захватывал. Только нормально зачистили. Вверху вот это до цирки нахуй бежать, блядь. Пока добежишь, ее захватят уже. Глаза! А, чувак! Первый этаж! Не убежал. Вот это был хороший ран, конечно. На площади справа пулеметчик, осторожно. Какая-то однёрка по мне стреляет все время. А цорки площадь захватывают. Если кто-то рядом, помогите. Ах, я погиб. Если сосредоточиться полностью на площади, площадь под контролем. Нахуй никого не. Площадь под контролем, да, просто. Справа, справа закидывают гранаты. О, хорошо. Меня где-то припалили, ну ладно. Куда приблизительно? Не, даже не понял, Олег, просто умер. Надо покидать гранаты. О, удачно. Я там просто на одной позиции замер, и меня просто это. Размокрили, наказали за... Блять, ну ёб твою мать, племянщик-то кто-нибудь снимет, алё! Где он? Где он? Си? По центру нахуй пиздячит нахуй! Пиздец, блять! Мы с Женей на этом, на площади. Женя, я справа. А, вы на площади? Я думал, вы просто церковь сначала держали. Ну, я просто умер и побежал, площадь захватывали, ушел на площадь. Выбежал, побежал немец. Не добежал. Не добежал. Второй этаж, справа. Вижу. Не вижу. Церковь. Нужна помощь, а церковь? Я туда бегу. Я помогу. Ты не будете спрашивать. Я ладно, я сам. Пулемет второй. Пулемет второй этаж, окно, да. Ты на площади? Церковь. Для церковь нужна поддержка. Ой, блядь. Даунфайр слежит слева. Осторожнее. Я смотрю пока. Они что-то не сильно высовываются, очкуют. Так, а что, они все на церковь, что ли, пошли? Что-то тихо у нас. Да не так уж и тихо, я уже. Да, а вы там просто на первом этаже, в окне? Да, о.
А, сори. А справа в окне на первом этаже. Он только что убил. А только что его убил. Понял. Блять, пизда! Пизда, 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 пизда! Нет, выжил. Блять, с церкви налево заходит, помогите кто-нибудь, там три человека нахуй идут. Иду, я на церковь перетянусь. Блять, я труп. Блять, двух убил. Один остался. Не вижу в центре никого. Площадь развалин влево. Блять. О, вижу! Блядь. Нихуй. Сука, я думал, свой. Thank you, Don't Play. Hiding in the darkness was autism. As it always is. You think you're okay, and then autism gets you in the dark. Shit, sorry. Мне гранату закинь. Он зашел. Сейчас захват будет. Похуй, я сейчас закидывать буду за этот. Ах ты пидор, блядь. Я-то не пидор, это наши люди. Ха! Красиво сидите, люди. Да? Красиво они тут лежат под пьедесталом, блядь. Сука, даже гранат не стоит, пидорас. Ой, кстати, извини, Олег, я тебя забыл с днём рождения. Ой, ёб твою мать, Коля, ёбаный рот, я выбежал на него. Блядь! Ёб твою мать, я думал, он не сдох. Кстати, извини, Олег, я тебя забыл с днём рождения. Желаю тебе всего лучшего. Блять! Ёб твою мать, я думал, он не сдох. Прости, Андрюх. Прости, Андрюх. Да то Андрюх подвёл, да? На площади проходит проверить. Я его охуенно убил. Я думал, тебя охуенно убили. Нет, Берман, нахуй. Королевский трубадур, блять, а? На площади пулемет и стрелок. Коля, если ты сядешь справа, я тебе буду влево держать край, слышишь? Я слева могу сесть с пулеметом. Могу справа, мне без разницы. Sorry, 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 sorry. Можешь справа сесть, а я тебе буду левый край держать. Вот здесь где-нибудь. Не, ну в смысле вот этот проход. Да, вот так, да. Я буду просто открывать, чтобы... По центру, мужики, по центру контакт. Второй этаж, правая кнопка. Мне бы жопу такого справа не срезали бы. Сейчас закинул. Жопу справа, но это если только они на площадь пойдут. Так, налево пошел один. Один налево пошел. Вверх слева, возможно. Прошел? Нет? Срезал его. Да как что-то, блять, попробуй, это второй этаж. Далеко, далеко, далеко по правой. Сука, он меня сейчас убьет. Нет, блять. Там есть. Справа. Убили его, фу. Ах ты пидор, блять. Хорошо, держу. Есть блядь, Коля у тебя? А, он, блять. Да, он, блять. Слава, сейчас. Блять, нихуя себе, как это, блять, он уже выживал, нахуй? Над башкой у него, что ли, все это свилетало, блять? Ой! Спасибо, Дима, блять. Справа. Это Дима на гранаты знаменитые. Развалины. Нахуя он сюда их кидал, блять? Объясни, Дима, нахуя ты туда кинул гранаты? Блять, свой по мне стреляет, что ли? Дима? Я услышал там немецкую стрельбу. Блять, я с пулемета немецкого стрелял, конечно, ты, блять, услышал немецкую стрельбу. Хотя бы, чувствую, хотя бы сказал. Клацает немецкие затворы. И Дима сразу кидает гранату, понимаешь? Он даже не думает об этом. У него просто флешбеки вьетнамские начинают. Чувак, дай оружие. Пулемет минус. Пока лежу, а потом... Пока только. Внимание, справа. На площади прям в упор. Хорош. Нихуя. Отлично. Нормально, они рханули площадь, но мы ее... Там еще левее под на углу дома. Левее на углу дома. В окнах на первом этаже. Ага, есть. В руинах.
гранатами двое. Один кран руин. Привет! Здравствуй, Дим. Кто-то, кто-то режет кого-то. В руинах много. Ну, в руинах прям целая толпа. Побежала, кто-то за руины пробежал мимо, за ним побежал, чувак. Это не был. Оно завалил. За кого заходить? За красных. Вот это у меня сейчас пролагало, нахуй. Что пиздец? Ебать, у меня сейчас пролагало, нахуй. У меня тоже было очень сильно лаг. Граната взорвалась, потом взорвалась подо мной. Охуенно. Так, по центру есть. В дверях пробежал куда-то, я наверное, на второй этаж пробежал. Мне через вас не пришел. А, на втором этаже есть. А левее. Где конкретно? Чуть левее там. Еще на первом высунули. А, в руины, да, на первом тоже. Да, они что-то не сильно высовываются, очковые. Так, а что, они все на цеку, что ли, пошли? Что-то тихо у нас. Да не так уж и тихо, много уже. Да, а вы там просто на первом этаже, в окне? А, сори. А справа в окне, на первом этаже. Только что убил. Я только что его убил. Церковь зашли, центральный ход. Церковь зашли, да? Где именно? С какой стороны? Первый этаж, левое окно. Ой-ой-ой, пьедестал. Я за пьедестал закину. Не попал. Закинул? Когда? Только что? Я закину за пьедестал, гранату закину. Бля, я умру. О, отлично, хорош. Все чисто. Ах ты, блин, пулеметчик-то. Да? Да, на втором этаже справа, на площади. Пацаны подходили, может пулемет взять мне? Блин! А его сняли уже, да? Он бывает под самый левый угол, залезают, ждут, пока все подойдут, потом толпой рашат. Молодцы, чё? Хорошая стратегия. Центр, надо пробежать еще. Площади берут. Второй этаж, пулемет. Ага, зашли в центр. Снял, церковь пробегает. Через центр. Пулемет снял. Не вижу в центре. Площадь развалин влево. О, вижу! Нихуй! Сука, я думал, это свой. У разбитой четверки меня прикроет кто-то? Площадь лево центра. Рата, рата! А кто понял? Он не дошел, что ли? Я не вижу никого, блядь. Ну все, я подошел. Там они дофига идут. Окей, где, слева где? Они идут. Двое налево. Справа развалено. Да, окей, я... Пробегает справа от дома. А, не пробежали. На площади пулемет и стрелок. Коля, если ты сядешь справа, я тебе буду влево держать край. Я слева могу. Стрелка снял. Могу справа, мне без разницы. Sorry, sorry. Ты справа сесть, а я тебе буду левый край держать. Вот здесь.
read it. That is rusty, mate. That's a German. And we win. Okay. Ай, да-да-да-да-да! Стреляй! Ну, стреляй! Красиво. Спасибо. Там еще полностью. Там еще есть. Да, бегут, бегут, бегут. Ебать, их тут бежит, нахуй. Какие, блядь. Блядь, ну. Так, еще лежит, лежит. Ну-ка, давай. Да сдохни ты уже! Как, куда патроны, блядь, попадают? Че за пиздец, нахуй? Опять резиновая, что ли, обойма резиновых патронов нахуй мне дали. Опять, Коль, ты резиновый. Наконец-то, блядь. Балуешься, блядь. Нет, блядь, тут проход закрыт. Или у тебя вообще холостые, знаешь, ты стреляешь? Может быть, может и холостые. Аутизм там же сидит у забора. Сука. О, Зигурд бежит на точку, попробуй убить. Олег, короче, потом ты вставишь это на видос. Бля, я просто, знаешь, вот там где-то вдалеке, я не знаю, как далеко, вот то, что бежал, где-то точечка такая, пиксель. Я думаю, дай-ка попробую на упреждение шавальнуть. И прям его зацепил. Он бежал опять к своему этому дереву туда. Вот эти вот карты хорошо. Ну да, наверное, но это на этом плюсы заканчиваются все. А за домом? Не, прям в доме. Один в дом зашел. Это был скам. И он меня задарил. Не заходи туда, на... Андрюха! Кто, наверное, на втором этаже должен играть. А где, где поход на второй этаж? Тут или тут? Справа или слева? Слева. А теперь справа или слева, куда поворачивать? А, сейчас. Налево. Быстрее, Олег, быстрее. Давай, я вперед, я пойду и покажу. Ох, нахуй, нахуй. Ты сказал, что? Надеюсь, вы это записали? Ну, да. А что для записи? Это надо видео ставить будет. Какое? Что это? Charlie 6, this is Baker 5, passcode 2-5, jig, oboe, requesting fire mission at coordinates 3-2. Ко мне пришел! Андрюха, Олег! Да. Нет, ну, в этот раз не получится. Я такой себе сидел, качался на этой лошадке, а он заходит и расстреливает. Ого! Красиво, я закинул через здание. Там еще один, осторожно. Он побежал налево. На нахуй здание. Не смей тут вылезать, блядь. Так, кто тут у нас тут стоит в открытой дверке? Так, наверху я так понял, да? Я сейчас закину. Проверочно. Прям на дороге. Ой, понятно, зря зашел. А не помню, спал у них? Дальше на пидорас. А он видел, что, видимо, граната отрывается. Молодец, Кам, молодец. Че, отобрали? О, нос Спирга. Блин, а что за херня? Почему Сау Спирга все равно нужно брать? Ну, потому что они один раз прошли через вот такое. А, вот, а мы все, оно уже теперь наше, видимо. А присутствие есть, осторожно, на спауне. Да, слева, Жень, слева, вот тут, слева. А, вот вижу. Опа, время уже кончилось. А вот Кэптон, да. Мы отхватили все мешочки, которые мы захватили за это время. Да.
Cornfields, let's see. Rifleman, once again. Did want to actually vary it up by grabbing myself a... excuse me. machine gunner. But the game decided, no, I was delaying for too long. Ah! Sigurd. I got Sigurd. Northern Dumpling to himself. Or North Dumpling to himself. I keep calling him Northern Dumpling for some reason. He's probably living in Sheffield for so long when I did. Because you aren't North, you're Northern. And being Northern is something you must have pride in. It's like gay pride, except for British. Which I know some people will say, what's the difference? Ah! Didn't see you! Well, you can have that for your troubles, sir. Don't know if I should stay here. Itchy nose. I've got Sav. But unfortunately the other person survived. So I'm going to... No, you're going that way. Everyone's going that way. You know what, I'm staying in here. Oh, getting stuck on stuff. This point is really for riflemen. Граната один. Женя, прикрой меня. Ушел Женя, умер. Женя умер. Блин, свой убил. Надо было сказать сейчас, чтобы... He got killed. Shit! 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 Блин, да он вылез из гранаты, понял? Он ее в руке держит, смотрит на меня. Should really be up here with an MP40. Got saved. Я понял, но это хороший действенный план на самом деле. Бункер большой наш. Большой наш, отлично. Sorry, Sav. Wrong weapon for the job. Pile of dead me. Sorry, Jeff. Ну что, попробуем еще раз или что? Надо только пульнуть. Да, план был хороший. Вам бы скорее бы туда бежать. Потому что я со спины зашел к ним. Ну, мы туда и идем в спину. Ты бункер зачистишь нам, может быть, мы зайдем тогда? Давай, мы... Давайте. Он пустой, пустой, быстро, заходите. Да стреляете сейчас, блядь. Да, бежит, Женя, залетай. Стреляй, мы с Женей заходим. Мы зашли. Бункер клир, гайз. Бункер клир. Очень лучше. Эмо бункер. Давайте чуть-чуть. Похуй, даже если сдохнем. Есть. Hit somebody. It's one of ours, that's all good. It's not to hit anybody! Did North Dumpling just clear the room, including his own men, by accident? Do you mind? Leading video game doors.
It's always the thing about realism in a game, though, I think it's funny. Doors just open. Nobody actually touches them. Fuck. I was expecting him on the floor.